Итак, сегодня у нас два таких дня, два вопроса на повестке дня. Это где найти потенциальных клиентов и как превратить их в платных. Следующий, третий, это клубы по интересам. Очень важный момент, то есть это клубы различного рода, фитнес-клубы, клубы личностного роста, женские клубы, не знаю, мужские клубы, ну, вот разного рода клубы, которые есть в вашем городе, в вашем регионе. Идите туда, договаривайтесь, проводите бесплатные презентации, проводите платные семинары, мастер-классы, и через это получаете потенциальных клиентов. Это работает, и работает очень хорошо. Я эту технику использую, использовала в Риге, использую сейчас на Кипре, договариваюсь тоже с местными центрами, потому что это работает хорошо, и вы получаете доступ к аудитории, опять-таки, которая доверяет этому клубу. Когда вы приходите в этот клуб, и как гостевой эксперт, да, то у вас уже сразу статус эксперта. Моментально вам ничего доказывать не надо. Это тоже облегчает очень сильно получение потенциальных клиентов и потом платящих клиентов. Четвертый способ – это проведение различных конкурсов. Тоже работает очень хорошо. Конкурсы вы можете давать ваши бесплатные консультации, кстати говоря, продающие, в том числе проводить на них конкурс. Вы можете предлагать что-то для конкурса, не знаю, какую-то свою медитацию или что-то еще, да, то есть посмотреть, где вы можете такие конкурсы. Это можно использовать в соцсетях, конкурсы, и можно использовать, конечно же, точно так же, допустим, в тех же самых клубах по интересам.